Чекай на баф, чекай на пункт. Хавкер, Ваня Шизар, Вареньку. Будьте добры. Чек на пул. Ёжик. Ёжик, Настя. Встаньте по две стороны. Ждем, пока Настя там раскумарится. Чекаю еще раз. Настя готова мне показывать, что она не принимает. Пуляй, ДК. Ну вот так вот пулять не надо без команды, пока я не давал команду, в принципе. Халкер там перед покусай, пожалуйста, укуси там Войда, там кого еще, кто там дамажит. Амнистию. Рочестера укусил. Или уже там, кто там, я не вижу. Убегайте спать. Или уже смотрим 2 секунды, секунды. Пох, пох, нужен неси. Укусите все равно Вайда. Там Войд один из дамажущих. Там амнистии тоже укусит. Вот потянись к мини-зоне, пока я легкий я укус передаст. Отца на глыбе скин. Это дрожь. Демона не кусайте. Да, демона не кусайте, он так играть не умеет. Ну да. Ладно, я шучу, не обижайся. Нет, у меня панели просто нет. Отойдите от луж, пожалуйста. И смотрим. Этот Никон антифир быстро. Сови антифир. Все отлично. Оттянитесь от луж. Наберите рейндж. Прошел обстрел, я дал сокру. Захиливайте рейндж. Сейчас тут на леча будет бисовый фури, короче, зайдет. Выносили же. Убегайте скорее, пожалуйста. Запал уже там бабл. Что, ну что раз? Да, давайте Геру добивайте. Там правда, блядь, вот Олег, походу, укусил зуб ДК, нахуя его кусать, блядь.
Поворот же вкус не передаст. Отойдите от лужи. Фера, прожми бабу. Нахильте Феру. Добивайте босса, он упадет и так. Да, Груха, все. Смотрите, тапки, Багруха, блядь. Ходите со мной почаще в рейды, блядь. Ёпта, блядь. А чё ты не ролишь, ёжик? Ты что, не надо, Багруха? Кто там, пистол забирает, да? Ну, нормально, двух хэдшамчиков, да, делишь. Так, стой. Пычки, печеньки. Давай ты тут самый налича быстро. Так мы долго не будем, мы убьем сразу. Поставьте шкаф, что мы не убили. Я тоже заболел, завтра в больницу с самого утра должен идти, блядь. Хилишь как здоровый, нормально. Подхилься там, слышишь? На пару трави, подхиль себя там. Выпей фейервекс, подхиль себя. Дайте фулбах по рейду, дайте РК-вару, пожалуйста. Вот отлично. Даем фулбах по рейду. Это самая большая просьба к тебе, Грини. Давайте, чекаем на баф и чекаем на пул. Воля, тапки, Багруха, да? Да вы хотели ульду идти, блядь. Так потому что нужно ходить в райде, чтобы носить шмотки. Тебе будет копиться ПР, и тогда ты 100% заберешь шмотку. Митриус, ты готов? Митриус, ДК, мы только тебя ждем одного. Он написал био, пока бы запускал их, подошел бы. Да, ну, а есть рыба? Поставьте рыбку, пожалуйста. Этот Грини, пожалуйста, к тебе очень большая просьба. Снимай Берсю с Шаркарей, потому что я буду, ну, командовать. Мне будет, ну, немножко неудобно протопалом. Протопалом труднее всего надо еще командовать. Вот, и, ну, поэтому... Ну, диспеллит гомеопатия, в принципе. Зубы отдашь мне перед переходкой, там, когда два будут больших, если что. С чумой не тупите, короче, не дуплитесь. Вот. Давайте сделаем все с первого трая. Так, по станам, короче. Первый стан My Frame. Второй стан Счастливый. Третий стан Зухпал. Ну, я печеньку, Счастливый трусы, Зухпал ромбик. На вторых валькирах, короче, этот самый My Frame печеньку, Фера, трусы, ромбик, я не знаю там, блядь. Друиду, то он медведя сможет прыгнуть, застанет, будет хорошо. Ну да я не знаю, короче, там... Тогда Зухпал, ты там, ну... Короче, вы поняли по меткам. Я вам сказал, я там не понял метки. Готовимся выносить чуму быстрее. Смотрим, чума, ёжик снегу выноси. Диспальте ежика, вот отлично.
Смотрим. Смотрим, ловушка РДД зона, мини-зона, подтягивай ДК. РДДшки перебежали, вот. Отлично. Смотрим. Чума сейчас будет. Мини-зона перебежали. Смотрим, на ком чума. Чуму пистолет выноси. Отлично, молодец. Там вот этот пофиг, нахуя ты спамишь мором, блядь. Этот урон в воздух, он никому не нужен. Смотрите за ловушками. Смотрим, ловушка на ком. Не показала мне. Миллионы на танке милите право-лево, там аккуратно, не хапните ловушку. Смотрите, баба бык, выноси чуму. Диспельте там, диспельте не донесет, диспель, по рейду, диспельте чуму. Вот, отлично. Ну веди в РДД зону, а не в трэш, блядь. ДК нахуй, ты видишь экран вообще? Ты смотришь на экран или на потолок? Аккуратно, давайте на край рейд. Сколько там процентов? 4. Больше, станьте, вы перебежали. Перебегите уже на платформу на край. Вот, отлично. Сейчас Шаркар сдохнет, диспельте уже по рейду. Ну, вот, отлично. Нету. Отбегите, ловушка, ловушка, отбегите оттуда. Не прокнул, отлично. Да, демон тут, лежит с нами. Берри, ему дайте, баф уходил, ну вставай. Гимн, наман. Он улетел? Ясно, понятно. Даю гимн. Пускай кто-то с шаманов поставит тотем на СПД, на СПД там ставит. Пускай нету, там, не знаю. Я ставлю, ставлю. Вот. И духа следующего играем, в следующего сразу. Бля, конечно, просто лучше. Играем, играйте в духа, больше урона, у нас очень мало урона, ребята, надо очень сильно дамажить. Шарики, шипы, подбиваем вас много, шипы, шарики бейте, пожалуйста. Нового духа сразу ковыряем. Нового духа максимум урона. Забери ДК, почему я срываюсь тебе от духа. Готовимся, переход по секунду. Вышли на платформу. Этот Олег, на себя метку кинь, пожалуйста, направляй валькир. Доигрываем, доигрываем, милики, доигрывайте в этого в духа быстрее, больше урона в духа. Готовимся к станам. Встали все в звездочку. Встали все в звездочку, точечно станем. Готовимся валькиры. Паладины по станам. Так, это мой стан, печенька. Вот. Это там одна валькира без стана, там паладин. Играем все в валькир. Выйдите, милики, с мили-зоны. Сейчас будет лужа, разбежались. Лужу в сторону, вот, молодец. Играем в трусы и кружок, доигрываем быстрее. Все отлично, разбили без стана, видите. Сейчас этот счастливый, станешь третью вальку. Там фера, вторую вальку, я первую застану. Дайте Геру. А, Гера КД еще. Гера КД. Встаньте в звезду. Лужу выносим вправо. Воет, встань в звездочке, пожалуйста. После первой валькиры разбегитесь и лужу вынесите вправо. Смотрите, очень надо хорошенько сыграть. Смотрим, лужа. Вот, с лужи вышли. Вот, Эрдру молодец. Играем по валькирам. Печенька, Ром, Ром, печенька, Ром. Рочестер какой? Да, все, я улетел, я вперед выносил из крики. Не, вы его разобьете, треугольник бейте. Играйте в трусы, играйте в трусы. Мы добиваем три валькиры, мы разобьем. Играйте в трусы быстро. Стань трусам. Медведь, застань, разбейте трусы. Выйдите на ренч, наберите ренч, лужа сейчас будет. Милики, хилы с центра вышли. Лужу в центре не оставить. Ежик с него, отлично. Все, все в звездочку быстро. Стали в звезду, играем в лича. Сейчас валькиры. Опять станем паладины, так как на первых вальках должны были станить. Моя первая отдал стан. Счастливые опять вальки. Играем валькир, быстро. Больше урона по валькам. Нету в трусах стана. Трусы застань фера, если есть стан. Дамас, трусы добить. Трусы добить. Играем теперь в ромб и в печеньку. Печеньку добили, ромб, 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 ромб. Чуть-чуть еще.
Отлично, лужу в сторону, Ришна, выноси. Вот, отлично, в центр. Что, розыгрыш давать? Ну да, давай Геру, если откатила. Встаньте в звездочку сейчас. Друид не в сторону, а в звездочку. Этот самый, играйте в мяча активнее. Смотрим валькири, сейчас паладины, сейчас у всех должны быть станы, у всех валик. Печенька застанет, но давайте играем по валькам. Опять все вальки разбить. Лужу в сторону. Выйдите с лужи. Ромби играем через ромбик. Дал мастан. Трусы, печеньку добиваем 3%. Трусы добить. Трусы. Так, смотрите, сейчас будут валькиры. Меча в центр. Еще эти вальки надо бить. И сразу будет лужа. Лужу придется выносить вправо. Сейчас впервые лужа будет. И сразу валькиры. Выйдите с центра, выйдите и сбежимся в звезду. Выйдите с центра, лужу оставим. Сейчас на кого лужа? Валькиры. Печеньку станем. Паучья хватка в сторону. Выйдите с лужи, дал сатру. Вышли с лужи, не прыгайте. Я Дмитрий. Падаем, короче, зайдите внизу, пойдем, сделаем еще экран. Очень мало урона у рейда, очень мало. Я поймал бы. Да падайте, я поймал. Нет, такой трай был, там... нормально можно было вести. Да сейчас будет, сейчас будет еще лучше. Сейчас лок, блядь, не будет долбиться в глаза, а будет смотреть под ноги, не улетит на ловушке демон. Другой будет слакает. Ну, блядь, и получите ГП, локу уже можно дать ГП за то, что улетел на ловушке, блядь. Лок заслужил. Ну, блядь. Этот баба-бык почему чуму не вынес? Кстати, на первой фазе тоже, где-то там в ебенях стоишь. Там, когда кидается ловушка. Ну, так далеко был, так ты должен смотреть, что на тебя кидает чуму, ты должен ее вынести, или ты этого не понимаешь? Киньте ДПС. Ты не вынес, чуму сдиспелили в рейде. Она ушла в рейде, ее диспелили по рейду, ты должен вынести ее в трэш. ШП. ДПС в натуре очень плохой, поэтому ну. Нужно играть в лича, а не ауешить по трэшу. Еще одно там вот этот. По ДК. Ты там, ну. Покажите урон его. Там по-любому в трэш нахерачил пиздец сколько. Я могу поспорить. Потому что весь трэш взрывался на него в обратку, потому что он, ну. Пицом нагонял себе урон от трэш. Кто? Ну, ДК пох. Потому что, ну, там мой, ну, там по-любому много урона в трэш. Покажите урон ДК поха вот это. Там, наверное, трэш. Вот этот пох ДК где-то. 13-й. Трэш ДК. Ну, не знаю, но там очень много урона в трэш. Потому что весь трэш на него сливался, возвращался в рейд. Не на Варов, он не напал, а на него. Это почему так? Ладно, не буду заморачиваться. Смотрите под ноги, еще одну Шизар, держи ассистово. Поставь на себя метку для РДДшек, хорошо? Олег, а ты для себя, для Велика поставь. Чтобы они не улетали. Этот лог ты себе там, ну... Наклейку наклеишь, что ну, нужно смотреть на экран, а не на потолок, на лище. Да не, я знаю просто, что ты стопудово не проеблуешь. Так, по станам, чтобы не было путаницы, по меткам, Майфрейм станет на первых валькирах, на всех валькирах Майфрейм станет печеньку. Счастливый, станешь ромбик на первых и третьих валькирах, понятно? Зухпал, станешь трусы на первых и третьих валькирах. На вторых и четвертых валькирах Майфрейм станет печеньку, Фера станешь... Ну так разберитесь между собой, кто там станет трусы там, блядь, я не знаю.
Договорите между собой, счастливый Зухпал, чтобы вы не станили одну валькиру. Все, мы договорились уже то, что сказал. Вот. Чек на баф и чек на пул. Там Фиана станет вторую вальку, короче, этот самый. Нужно очень сильно бить валькири, больше урона нужно давать. Потом, ну, правда, у нас демона не было, минус один был. Так бы, может, мы и перевели. Там было 43% у лича. Там одновременно и вальки, и лужа будет, короче. Ваня, Шизар. Чего вам не хватает? Ребята, я чекаю на пул. Лока нет. Какого лока? Я добегаю. Бля, ну ты ебать тупой, нахуй. Мы... Да иди ты нахуй, умер, слышь, мы все я резнули. В степях был, блядь, никто не суманул. Что ты орать начинаешь, я не понимаю. Да потому что... Писал, ну, ты... суманить, ебать, всем похуй. Я иду, блядь, со степей. Блядь, смотри, я тебе кое-что объясню. Ты Песняй. Умер. Мы еще били трай. Мы еще били трай. Да, били дальше. Ты умер. Ты за это время мог резнуться, прилететь, стоять уже под CLK, ждать, пока пустит твинс. Я думал, вы его добьете. Дайте бафы по локу. Чекай на бафы, чекай на пул. Зухпал, чего не хватает? Встаньте по местам. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мирики, двигайтесь с квадратом. РДД, двигайтесь с звездочкой. Ребята, там это Олег и Ваня, пожалуйста. Если с вас слетит, короче, этот самый... ну, метки, обновите по всей меточке. Ну, я не хочу, чтобы они улетали вот как лёд на ловушку. Этот самый ИДК, вот этот, Митриус, ты когда танчишь, ты вот, ну, вылазит второй шаркарь, ты сворачивай уже, веди к центру, к РДД зоне, понял? А не залазь с миликами в трэш, понял или нет? Да будет так. Герои... Поставь плюс, чтобы я знал, что ты курил, что я тебе толдычит. Я не хочу вайпаться. Еще раз тут. Чума, готовимся, смотрим, на ком чума. Шизар, Ваня, выноси. Без пыли, возвращайся. И милики, ловушка, перебежали. Квадрат, видите, квадрат там стоит? Это для вас метка, чтобы не подохли там все. Смотрим, мили, ловушка, квадрат. Квадрат все. Готовимся, чума сейчас будет. Ну, получи хватку, выноси. Скорее. Без пальки получи хватку. Милики пробежали. РДД, подтянитесь, вы чуму не донесете сейчас. Смотрим, на ком там. Мили зоны, двигайся, двигайся в центр уже. Я не достаю вон таунтом, блядь. Шаркарю, потому что тут, ну, ты меня диспель тут такая, отлично. Вынес. Диспель берсу. РДД зона, двигайтесь. Там, это старая ловушка, смотрите. Звезду станьте, звезду уже. РДД. Милики, аккуратно. Милики, не влезьте. Право-лево. Меня хильте хорошо сейчас. У меня стана нету. А, все, отлично, сдох. Переводите меча. Вот, отлично. Духа. Все, дух появился, играем духа. На пул этот, давай хардкер первого, третьего духа на ДК. Гимноману. Им на ману дает ежик в снегу. Вот.
Помогите со сферами. Сферку подбивайте, потому что я не вижу урона по сферам. Больше урона. Вот, смотрите, есть демон, дух умирает до призыва второго. ДПС реально прибавилось, короче. Это не может не радовать. Так, я буду направлять валик паладин. Я на себя звездочку повесил. Лови, лови духа. Активнее в духу. Играем в духу, киньте ДКшки сало. На шар не бежать, шар разбить. Отлично. Центр. Сейчас станьте в звезду. Стали в звезду все. Точечно в звезду. Зачем вы так далеко? Ёжик в снегу. Подойди ближе под боссу. Далеко стоишь. Отлично, локо схватило. Этот ромбик я застанил, короче. Вот если что. Имейте в виду. Отнеси лужу в сторону, гомеопатия. Все, дайте Геру. Играем лича. Давайте Геру. Веди в центр. Веди в центр. Вот туда где-то прямо. Все отлично. Стали в звезду. Сейчас лужу выносим в сторону трона, ребята. На ком будет лужа, выносим ее в сторону трона. Смотрите. Очень внимательно, не проспите. После второй вальки он выберет таргет. Это и будет лужа. Смотрите на таргет лича. Вот. Смотрим. Готовимся выносить. Паучья хватка. Выбежал. Видите, служит. Играем. Шаф в трусах. Трусы, трусы, трусы. Приоритетная цель. Играйте через трусы все. Через трусы. Дал мастан еще. Ром добить. Ром. Тут будет печенька. Печенька вообще в центре была застанена. Она вообще должна не вылетать из центра. Выйдите, служи. ДК, ты не туда повел лича. Вот сюда веди где-то. Да соседитесь, выйдите из центра. Вот ты там приз стоит какой-то. Ты там сейчас служу оставил бы, блядь. В центр бегом, в звезду. В звезду, скорее, в звезду. В звезду стань. Баба-бык, иначе ты сейчас пойдешь в Долоран, нахуй. В следующий раз будешь так стоять. Играйте валькир. Все валькиры должны быть застанены. В ромба нет стана опять. Почему? Играйте через ромб. Паладины, там мастан, дайте на печеньку и трусы. Трусы играйте, лужа на мне, я в сторону. Трусы, трусы, трусы активнее. Выбегай с лужи быстрее. Играем в мяча. Станьте в звезду, быстро. Станы валькира. Лови. Играем. Амнистия, БР, дай Ваня Варенька, лужу в сторону. Лужу оставляй в центре, выйдите с лужи. Играйте в трусы в печеньку, ромб отпустим, плевать на ромб. Ромб, да, ромб добивайте, добивайте, добивайте. Ромб добили. Трусы печеньку, 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 печеньку трусы, не леча. Трусы, трусы. Все отлично. Надо демона поднимать. Сейчас поднимем. Все, играйте в леча. Этот самый, Варенька, дай БР амнистии. Я декаристный. Этот, Никон, дай БР Марантису тогда. Никон, выйдите, служи, дам сакву. На край, быстро. На край, ну зачем ты, вы бежите в центр, тупые, зима, блядь. Там варвар, ну кто сейчас умрет, это ГП, блядь. Играйте в духа, блядь. Побежали на другую сторону, посмотрите, тупой вар, блядь, кто там бежит, блядь. Да я вету отводил, как его, лужу вынес и отсюда сразу не сразу. Не пробивайте себя, нормально. Там приз, иди оттуда с подрожи. Ёжик, ты сейчас убьёшь. Это, играйте у нового духа. Играйте у нового духа, ДК, забирай, отведи его. Ёжик, уйди, вот шипешки, уйдите, вот сюда. Все, ДК, танчит тут, забери с ними. Отлично, у нового духа сразу играйте быстро. Дайте гимн на мана.
гимны на ману усилейте, пожалуйста, будет хил, баба бык. Играйте сразу нового духа. На пулю гневного духа, этого бревно на ДК. Шарики сливайте, шипешки. Ну. Не бить духов сейчас, все, стоп дамаг по духу. Ни одного духа не бейте, иначе вайпим сейчас. Не бейте духов, на мне сало, блядь, не бейте вообще, ну сука. Кто там тупой? Зухпал? Смотри, я Ришнер. Стою сзади. Сзади Ришнер, ты просто мудак, нахуй. Звезды, бегитесь. За звездой под стеночку, быстро. За звездой, быстрее. Нахуй вы долбите, не набрали агро, сука, этот придурок ебашит, сука. Да ты тупой, нахуй, я, ну, просто, нахуй, ебанись головой к стенке, блядь. Бегите со звездой. Со звездой двигаемся, аккуратненько. Двигайся, шаман. Не стой, двигаемся. Бей духа. Двигайтесь. Да я вижу, потому что я духов держу, блядь. Аккуратно, подрожу к духам, не лезьте. Отверну. Играйте духа, которого меньше хп. Я пока на втором набью агро. Диспельте с меня это, кресты там. Меча уводи. Уйдите с под духов. В центре, блядь, ДК просто лучший, блядь. Это шипешки в тучке, ловите духов. Духи пошли. Шипе в тучке, уйди, мах. Лужа, готовьтесь. Я иду похлопаю, блядь. Хитьте меня сейчас хорошенько. Бэров нет, так что, блядь. Кинь СС на ДК танка. Я уже кинул. Все нормально, блядь. Но главное, осталось добить где-то за малым. 26% добить осталось. В центр бегом. За звездой под стену, быстро. За звездой двигаемся. Талин звезду. Стали в звезду ради хилина. Двигаемся. Не бегите вперед в меточки. Метка первая бежит. Танки в звезду быстро. В звезду там сзади стоишь, поймаешь Маратис. Лог, бля, не отставай от рейда. Двигайтесь аккуратненько, молодцы. Там шаманы с вами все хорошо. Можете дать озарение друиду, если вам не надо. Взял на себя там азарт кинешь. И уводи на портал, разойдите звание, оставляй лужу, веди на портал меча. На портал веди меча, быстрее. Ушли все с под духа. Я же так минус 3. Ну зачем ты лезешь под вальтир? Ну, я говорю под вальтир, под духов. ДК. Объясни мне. Уводи. Уводи, сейчас под духом. Лишнер, блядь, твои комментарии мне похуй. Ты сорвал духа, когда я сказал стопнуть дамаг. Ты долбил в него дальше, блядь. Было 3 духа, я не мог всех удержать. Движемся за звездой быстрее, дальше. За звездой скорее, ребята, прохильте. Двигайтесь. К звезде быстрее. Вот, отлично. Двигаемся. Бейте пока. Бейте духом. Двигайся, шаман. Там бомбы падают сзади. Вот, отлично. Двигаемся. Отлично, молодцы. Двигать, так, ушли с под духом, ушли. Подходите к лечу,
говорю, кличу это, к трону, и от трона, вернее, порталы, блядь. Пристам гильно манул кого-то. Знаете, пристам гильно, кого остался там? Даю. И я должен был остаться, там у кого на первой фазе давали, уже должно было откатить. Уводи к трону. Лужа, разойдитесь, раньше. Лужа будет. Вот, Лужа, Джуна, смотрите. Отлично. Уходи, демон. Уходи, стоишь под духами. Ой, сорян, я забрал. Уведешь на портал, станешь там на краю просто, чтобы у меня был раньше не стойки в центре. Сбегите сейчас к звезде. За звездой под стену, быстро. За звездой. Звездой жмитесь, быстро за звездочкой двигаем. Двигаем за звездой, быстрее. Двигайтесь, не стойте там. Да, сапли. Двигайтесь. За звездой двигаемся дальше. Все нормально, уже опасность прошла. И сейчас отведешь просто на портал, поставишь, где добьем леща, короче. Там уже, если он призовет духов, даже не отбегайте, просто долбите. И не успеет спуститься, все выкидывает. Там Гера откатила, давайте Геру, отводи, давайте Геру добиваем леща. Уйдите с центра. Кто там стоит? Кто на волоце, отлично. Сука, вот этот Ришнер, я ж попросил не бить. На мне, я забрал троих духов. На мне было сало. Я не мог даже забрать стаунтит духа. А ты просто продолжал его долбить. Ну, типа, если бы ты его не продолжал долбить, он не сорвался, потому что была красная иконка на нем. У меня Омен показывает агро. У меня Омен показывает агро. Тебе скинуть скрин Омен, ну, своего, что у меня. У меня все видно, блядь. Ну, я вот тебя слушаю, мне кажется, ты с каждым годом все больше и больше материться начал. Да потому что вы меня своей тупостью раздражаете, потому что с каждым годом этой игре становится на год больше. И вы уже должны в ней просто, как Иисус Христос, по воде бегать, блядь. А вы на ху, как уебки тупите на элементарных вещах, блядь. Вот люди бегают по сквернению. Блин, что там было? Что-то я прослушал. Что красиво. Да, он сказал, что мы должны уже за столько лет, как Христос по воде бегать, все знать. А, ну да. Я вот только учу миликов класс. Я вот только сейчас... Узнал, как спек посмотреть. Уже должен бегать по воде. Это наркомания, это нету и хуже. Слушай, вот этот Дмитриус, он вообще танчил на Геру или нет? Потому что он сегодня так коряво танчил, блин, что у меня в натуре пригорало. Нормальный же как игрок, просто может танком не это. Ну, я не имею ничего против этого, я не молдаза, я ничего против него не имею лишнего. Типа, мне все равно, но типа, ну, танчил он коряво, очень коряво. Можно ДПС? Че, убили или че? Атури, вот почему, вот заметьте, типа, за весь рейд я не назвал ников амнистии, что за косяк там, и, например, вон... Ну, Хазарак пистола не назвал, гомеопатия, например, там, тогда Хавкер, Ёжик в снегу не назвал, Войда не назвал, Рочестера не назвал, типа, же весь рейд, ну, типа, к ним вообще никаких вопросов не было. Ребята, вот, ну, подумайте над этим, в натуре. Короче, когда ДК упал тогда, 45 тысяч его ударил этот жнец.
И потом два удара еще. Лично. Да, это уже. Новый, да. 45к же не ударил. Это уже новый, да? Ну, верно. Кого он же так давно бьет? Ну, это написали, что обнова, и сейчас жнец еще больше будет бить. Ну так он должен был бить больше, просто там, сейчас объясню, там 70 тысяч прописано урона, и он должен быть от тьмы. А он у нас считался вроде как физухой, и резался броней. А брони как бы около 70%, считай, что там от 70 тысяч остается, то есть, ну на 3 раздели, там, 1020 с чем-то наносился урон. И он еще, ну, короче, около 20 тысяч. А он должен от тьмы быть. Но... это на майне просто. А, кто там на майне ролит? Джулиан? Морфрэм на майне ролит на притопало. Это обычный полчаса, хватки токены, обычные. О. Выше. Это. Как льготник за полцены бы. Там 10 лет пойдет, кто добивать, кто был сегодня. Там синдром еще станет. Не, как-то страшно уже. Да потому что в натуре поворот бомбит от такого. Потому что поворот только начал играть миликом, надо понимать. Да потому что, ну, в натуре, ну, 10 лет уже, блин, я не знаю. Я там любимых ДДшником, я стараюсь залезть в милизону, бо там невозможно закупить. Ой, подожди, подожди, кинурул. Вон, а да, ёжику, она так сволила. Вот. Деньку обычку, кто-то надо, мне надо. Она единственная с этих, кто не косячил. Ну и рот чисто. Дай мне эту печеньку. Там, блядь, два человека не косячили. Дай мне эту обычную печеньку. Я ему накинул точечно.